нам говорит, что это за игра. Окей. Только не надо так дружать. Выбирай категорию. Экшен. Экшен-адвенчер. Отлично. Так, ну, игры у нас тут как новые, так и довольно старых лет. Так что начинаем. Ну и плюс, вы знаете, все это деление по жанрам, оно такое условное. Давайте нам. Экшен-адвенчер. Первое. Подожди, там процесс. Человек играет, вот. Devil May Cry, да. А какой? Последний. Да, это пятый Devil May Cry. Правильно. Следующий. Там можно просто на кнопочку вперед нажимать. Честно. В точку. На самом деле там очень плохо видно. Ты поджидал, он пробовал называть. Так, можно немножко света погасить, чтобы лучше было скриншота видно? Да стрелочку вперед, а не на повернуть картинку. Вот теперь человек видит мышку. О! Нет, это не Синдбад. Ага, зал. Так, а знаете, что я забыла вам? Я вам забыла номер кидать. Но это мы будем считать, что номер первый. Это я говорю людям за сценой. Люди за сценой, надеюсь, меня слышат. Так, ну если ты скажешь, какой это принц Персии? Да, то мы тебе засчитаем. Нет, это не самый начальный. Самый начальный, там такой черно-белый человечек бегает. Я играла, я помню, да. Песке время, вот. Ура! Нам подсказывает, не засчитано. Давайте следующий скриншот. Так, мы не засчитаем? Я, говорит, знаю, не помню название. У меня на телефоне было, да. У меня тоже было. Дальше, да? Это был Red Dead Redemption. Так, этот не засчитываем. Следующий. Если вы будете орать хотя бы после того, как она попытается ответить. А что, не орать. Давайте сделаем так. Сначала они пытаются ответить, а потом мы спрашиваем у зала, окей? Держись, мужик. Мы в тебя верим. Так, ну мы не знаем, да? Кроме того, что они тут наорали, мы не знаем. Окей, пропускаем этот. Следующий. Кастлвания. Нет, здесь нет онлайн-игр. Нет вариантов. А Кастлвания Lament of Innocence. Я тут у зала пыталась спросить. Я умнее зала в данный момент. Отлично. Это было кастлвание. Дальше, следующий. Assassin's Creed 3. Да, это третий Assassin's Creed. Плюс одно очко. Про эльфов. Несколько эльфов. Еще. Еще. Держись, мужик. Держись. Там еще девушка. Они летают. А еще на четвертом фестивале мы их косплеили. Ну! Лена. Его зовут Линк. Тебе это поможет? И он не эльф, кстати. Нет. А его... так как зовут его девушку, так и игра, в принципе, называется. Ну, не его девушку, но как ты ее там зовут? Нет вариантов. Давай! Какая Зельда? Главное Зельда. Это Аркаина времени. Ага, дальше следующий. О! Вот если. Ты... Ладно, я промолчу. Ты должна знать! Если ты этого не знаешь. Вот это персонаж. У которого... Так, сейчас. С твоим персонажем теоретически любовь. Это обитель зла? Номер 6. Это шестой Resident Evil. Да, детка. Смотри,
мужик с бабой. Если с бабой, то Леон однозначно. Не важно. Смотри, челка, это Леон однозначно. Просто. А теперь назад, видите, зомби. Мужик с челкой, баба, зомби. Окей, ладно, засчитываем. Дальше. Так, у девушки нет вариантов. Говори. Мега-тёвка и третий. Нет, ну ты угадал, но ты не была дома. Мега-тёвка и мега-тёвка, говорит зал. Алло. Эй, мы уже тут угадали. Ну да. Ну, в смысле, зал тут угадал. Да. Ну, в общем, короче, каждый со своим. Отлично, пропускаем. Следующий. Последняя Лара Крофт. Правильно. Плюс одно очко. Так, у нас еще есть что-нибудь здесь? По-моему, нету. Нету, ну все, спасибо. Большое? Да, постой немножко. Постой, порадуй зрителей. Так, следующий, этот, кто смелый, тот и выходит. Здравствуйте. Категория. Давно не виделись. Я, если бы я еще помнила, как тебя зовут. Артем, поприветствуем Артема. Артем номер два в нашем увлекательном конкурсе и выбирает категорию РПГ. Доспех, щит накладывает штраф умения к проверке брони. Да, номер это Найк 2. Отлично, плюс одно очко человеку номер два. Готика третья. Да, третья готика, совершенно верно. Плюс еще одно очко. Это что у нас? Между прочим, лучшее РПГ прошлого века. Прошлого века. Baldur's Gate, говорит? Но рядом. Еще вариант. Вместе. Вариант еще есть? Вариант у зала есть? Да, это Planescape. А, так, не считаем предыдущие, вот этот следующий страшно. Это Dragon Age с модом Glitch Gas. Это плюс, мой персонаж. Плюс одно очко молодому человеку. Следующий. Скайри. Да. А полностью как игра называется? Полностью как игра. Да, правильно. Плюс один, да? Дальше смотрим. Fallout, да? Да, какой? Отлично. Какой? Да. Так, плюс один. Ну да, человек знает прав. Очко уходит человеку, по-моему, даже с балкона. Или откуда там? Алло. Да, на балконе. Совершенно верно, это восьмая часть. Давайте все-таки сначала они, потом вы. Я понимаю, что вы... Сам лучше, я знаю. Наверное, это третий фейбл. Но это... Ну, не наверное, а точно. Хорошо, давайте считаем ему это очко. Очко считаем. Дальше. Арканум! Да, совершенно верно, это Арканум. И... Да, и он и считается. Еще есть? Есть. Молчим, только молчим. Ну я же... Подождите, у него страдания. Давай, больше, больше страданий. Больше страданий. Волосы. Он прошел 2 недели назад ее. Я не буду больше это повторять. Так, кто не знает в зале? Да, это Клайд Фолл. Да. Да. Да, но это было поздно, и не считаем. Все, спасибо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Участник номер 3 там у нас. Отмечаем. Как вас зовут? Аннет. Ну, теперь я царь. Что мы выбираем? Файтинг.
интересная категория для дамы. А вы думали, в сказку попали? Ну! Нет вариантов? С зала есть варианты? Dead or Alive. Совершенно верно, пятая часть. Следующий, пожалуйста. Она знает. Господи, как тебе плохо. Там написано, если ты не заметила. Не знаю, персонажи справа, слева, а игра? Текен. Это да, Текен шестой. Плюс один, итого один. Следующий, пожалуйста. Mortal Kombat третий. Третий Mortal Kombat. Плюс один. Следующий. Street Fighter, нет, говорит. Это не Street Fighter. Это не... Интрига. Интрига, это не Street Fighter. Человек на втором этаже знает. Да, это Virtual Fighter. Guilty Gear, да, плюс один. Какой? Какой? Сможешь назвать? Нет? Нет? Нет, мы уже на следующий перешли. Давай дальше, да, не отвлекаемся. Спасибо. Очко этому молодому человеку. У нас сразу видно ноу-лайферы, да? Ты сезон, наверное, еще прогуливаешь, да? Я человека слышал. Нет? Правильный вариант. Да? Да. Да подождите, она даже не успела ответить. Она не знает. Она не знает, отлично. Это был Killer Instinct. Я не знаю. Я, понимаешь, я уже уверилась в высшую силу, а ты... То, что сидит на втором этаже? Ладно, мы это не угадали, давайте дальше. Это тоже Street Fighter, говорят. Она говорит, я знала это. Street Fighter, правильно, да? А какой номер скажешь, засчитаю очко. Ну, она говорит, четвертый. Да, это четвертый. Так, плюс один было. Это? Сначала была игра, а уж только потом у него. Кто? Нет вариантов, а вариант у зала? Darkstalkers. Да. Отлично. Следующий. Это Soul Calibur. Так. Ты что, такой умный, почему ты... А я далеко. Отспрыгивать надо. Кружок веры, да. Ну ладно, ты это знаешь по-честному, да? Нет, отлично. Следующий скриншот. Все, спасибо. Вот, так, уже это... Здравствуйте. Александр. Здравствуйте, Александр, посмотрите в зал, помашите рукой в зал. Так, это у нас номер, по-моему, 4, да? Четвертый человек по очереди. И он выбирает шутеры. Играем в шутеры. Counter-Strike, говорят. Да, это Counter-Strike. Да, ну нафиг, нет, это какая-то другая игрушка. Так, тихо, давайте, пусть подумают. Это про зомби, говорит. Это ты сам сказал или у него услышал? Но он говорит, знал. Ну это Left 4 Dead, да, первый. Ну ладно, давайте так уж, зачитаем. Следующий. Надо в наушники просто надевать. Не знаешь? Не, он не знает! Что вы делаете? А это Doom. И напис еще раз, давайте. Он не знает. Отлично. Следующий скриншот, пожалуйста. Квейк, как говорит. Какой? Второй. Да, второй Квейк. Плюс один. Ну, не помню. Варианты.
Не помню. Точно не знаешь? Смотри, тут у нас это, на низком старте. Ну давайте, второй этаж, что это? Не помню. Давайте. Да, это Call of Duty третий. Отлично. Следующий скриншот. Это мы предыдущий не засчитываем. А, говорит, Far Cry. Какой? Какой? Третий Far Cry. Это третий Far Cry. Плюс один. Опять Call of Duty? Нет, это не опять Call of Duty. Конечно, тут у фанатов всегда есть такое. Если это не Call of Duty, то это... Нет вариантов. Еще раз. Да, это третий Battlefield. Отлично. Следующий. Ты это знаешь? Подождите. Так. Ты должен это знать. Нет. Он не знает. Еще раз. И это все хором. Да, это Half-Life и красная монтировка Гордона Фримана. Half-Life. Так, следующий скриншот. Однозначно Counter-Strike, да. Варианты есть? Что-то знакомо. Это? Я не слышу, ты слышишь, говори. Да, это возвращение в замок Вольфенштейн. А это последний скриншот. Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей Царь. Ты чего, Бергов? Бей челом, холоп! С ним ты точно не хочешь жить. Поэтому лучше со мной. Что выбираем? Квесты. Runaway? Да, это Runaway. Плюс один. Не знаю. Yesterday, печать Люцифера. А мы уже так, да, безумно. Так, следующий скриншот. Full Throttle. Да, совершенно верно. Плюс один. Dreamfall. Dreamfall. Плюс один. CB. Да. Плюс один. Как хорошо. Не знаю. Зал знает? Вариант есть? Да, Япония. Ага. Дальше. Monkey Island. Какой? Да. Ага, еще плюс один. Знаешь, это моя любимая игра была лет 20 тому назад. Нет, это не старый Monkey Island. Игра не повторяется. Это... Зал знает? Да, это Лу! Молодец. Зал? Зал знает? Нет. Какой? Broken Sword, говорят. Да, совершенно верно. Так, это не считаем? Это? Санитарию! Какие звуки? А, это Санитариум. Ты понял? Ага, отлично. Следующий еще есть? Все. 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 Еще у нас. Что, все разобрали, да? Стратегии, пока там нам ну, еще. Ну, давай. Как вас зовут? А меня Марина. Ты царь. Стратегии можно нам? Старкрафт. Да, совершенно верно. Плюс один. Дюна? Да, это Дюна. А какая? Вторая. Нет. Не вторая. Просто Дюна. Дюна 2000. Отлично. Плюс один считаем. Total War, говорят. По графике можно сказать. Ну, второй, да. Второй Total War. Плюс один еще. Да, совершенно новый Command & Conquer. Еще плюс один. Еще, да? Еще плюс один. Одна из моих любимых стратегий когда-то.
Зал знает? Там два слова и нет, я не помню название, но я тебя играл. Да, игра называется Myth the Fallen Lords. Дальше, следующий. Плюс один. Тропика, нет? Это тропика, да, тропика, третий. Тропика. Угадал, плюс один. Да, какая? Это пятая, ну ладно. Ну, плюс один все равно. А, это герои Три Возрождения Ерафии. И еще плюс один. Все, да? Все. Да, молодец. Ну. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Интересная фамилия. Дмитрий Джерпаг, Да, выбираем твоего однофамильца. ЖРПГ. Я не настолько старый. Да, это фэнтези старая. Какой угадаешь? От балды любой номер. Ну, это фэнтези старая, да. Так, плюс один молодому человеку. Нет. Тейлс. Я знаю, а вот в том-то... Да, это сказание бездны. А, плюс один. Зайцы, плюс один. Да, совершенно верно. Ты повторяй, я не выговорю, а ты... Так, стоп. Да, совершенно верно. Притормозили. За прошлый плюс один, за этот плюс один. И повторяй название. Хорошо, это восьмая финалка. Один из самых трудных приемов Зелла в игре. Отлично. Хорошо. Дальше. Что, не будет вариантов? Он думает. Ладно, мы подождем. Нам же некогда торопиться. У нас еще второй день, здесь мы здесь поспать можем, подожди. Да, осторожно, ну какой угадаешь? Ну да, совершенно. Ну это действительно третий старушек. Так, плюс один еще, окей? Да, совершенно верно. И еще плюс один. На самом деле, мои любимые игры. А вы выдохлись, я так понимаю. Почти. Не наш профиль. Ну, в такой не играть. Какая консоль? Не-не-не-не-не. Ладно, давай пропустим дальше. Чтобы на этом был кимоно. Зал знает, я слышу правильный ответ. Сайкоден. Да, это Сайкоден пятый. Мы всех не любим одинаково. Мы знаем! Мы знаем! Молодец! Варианты будут? Я тебе могу дать микрофон, чтобы ты высказался. Ладно. Ну, я слышал там правильный ответ. Да, совершенно верно. Хроно Кросс. Да, совершенно верно. Плюс один. Ну. Breath of Fire. Да, совершенно верно. И плюс один. И это, кажется, все. А, это последний скриншот. Все. А теперь вы немного постойте, а я узнаю, какие у нас да, успехи. А пока не стоит, я хочу сюда вон того парня. Что у нас? На сцену. Беги. Мужской дружбы на этот раз не будет.
Ты вон того товарища ждешь. Ну жди. Да. А у нас определился победитель. Так, ну бери призы. Призы я не взяла, ты зачем? У меня свое. Вы теперь можете обсудить свои интересы. Так, я пойду, а ты говори, развлекай. Ну иди всех одаривай, пока я человека жду. Ну, мы теперь узнаем, кто во что играет и кому что нравится. Да, мне достаточно понравилось, что он человек один сказал, что он в лум играл. Да. Эй, кто выиграл-то? Сергей, посмотри в зал. Поприветствуем Сергея, самого главного сотрудника этого зала. Я думаю, ты немножко обсуждаешься, он тот парень по резвее будет. Ну, ладно, пусть бежит. Сергей, иногда нужно не играть в игры, а читать книжки. Или хотя бы смотреть книжки. Хотя бы про игры. Да, все, спасибо большое, спасибо всем ребятам. Нет, подожди, у меня еще... для человека он там свой подарок. Ну подожди, человек... Подожди, да. Да, я тут наковыряю, то у меня тут накидано, набросано. Так, ну, да? Подходи сюда. Иди. А. Ну, молодец, я тебя поздравляю. Красота. Да, мы теперь знаем, что этот человек много играет. Ну да, и я, как говорится, сцену не буду, но... Все, а что стоим? Все, да, все. Концерт окончен. Концерт окончен, да. Билеты проданы. Возвращайся.